О чем мы говорили 3 декабря, например, ранним утром меня разбудил звонок из ФСО и сообщили весть о том, что Филиппыч, например, допустим, идет на повышение. То есть это пойдет на работу в ООН. Это солидная должность. Уже родственники присматривают модные квартиры в Нью-Йорке, например, очень много, и так далее, например. И, соответственно, в этот же момент позвонили представители из молодежной, моднейшей национал-социалистической организации Новосибирска, НБП, которые сказали: да, Сергей, например, но если Филиппыч поедет, допустим, это на повышение, тогда давай участвуй в выборах мэра Новосибирска, например, да, называется. Почему нам важен Новосибирск, например, да? Это как бы не только моя телега какая-то, моя идея, например, но об этом уже говорили и Жириновский, и тот же Медведев, например. Нам нужно сделать столицу России в центре России, например, да? Получается так, что, например, когда вы находитесь в Москве, даже если вы в поисковой системе забиваете какую-то строку поиска, например, допустим, как железнодорожного транспорта, то вам сообщают в дурацком московском времени, например, да, что поезд заходит в 11 часов, а на самом деле он не ходит не в 11, а, допустим, в час дня. Поэтому нам нужно перевести столицу России в Новосибирск, например, да, чтобы она была равно удалена, например, от всех частей на нашей страны, что отсюда заниматься всем управлением громадной страны, например, да, называется, привести время в четкий стандарт, например, а если даже солнце где-то в Калининграде или в Владивостоке будет это раньше или позже, то наши моднейшие новосибирские ученые смогут создать такое ядерное оружие, которое может сместить орбиту Солнца, например, да, называется, мощнейшим взрывом, да, называется, и оно будет равномерно светить над всей нашей страной, например, вообще-то, да, и одновременно будет одновременно утром вставать и ночью ложиться спать. А получается так, что, например, да, Путин проснулся, например, да, пытается дать какие-то указания, например, да, называется, допустим, Кадырову, например, или же мэру Владивостока, например, а те уже легли спать, например. И как сонному человеку может давать какие-то указания, он ничего не соображает, например, или он в угаре находится, например, или как Кадыров, который обкурился, например, там он ничего просто не понимает, например, вот. Соответственно, поэтому эта притекательная, значит, идея, чтобы сделать все на Новосибирске. Да, вот мы начали вчера наш тур, например, да, с Красноярска, например, да. Несколько музыкантов, они из группы «Гарвест Металл», они никогда не были, допустим, в Сибири, вот, но когда они приехали в Красноярск, когда они вышли в Новосибирск, они сразу говорят: «Вау, посмотри, например, допустим, Новосибирск, это мощнейший город, например, да, лучше Красноярска, например, да, и даже лучше чем-то Москвы». Это прям свежее впечатление наших людей, например, вот, поэтому я не ошибся, но с таким выбором, например. Что касается устройства Новосибирска, КТР давно уже разработала массу программ для улучшения жизни в нашей стране, например, да. Там не нужно придумать какие-то дурацкие телеги про какой-то ЖКХ говорить, например, ну, про какую-то глупость, например. Это неинтересно, да, называется. Мы должны говорить про глобальные вещи. Это создание мощнейшего Сколково-2 в Академгородке, например, чем-то, и угарные телеги в стиле Петра Первого, например, да? Почему был успех Петербурга и вообще всей Российской империи, например, да? Потому что Петр Первый устраивал постоянные моднейшие балы и маскарады, например, да, называется. Вот человек, он работает целый день, работает, да, называется. И вот, или занимается какой-то чиновник, очковтирательством, например. А пришел на бал маскарад, моднейшие тёлки, герлы, флирт, движуха. Кто-то кого-то отпорол, например, да, называется, там, допустим, ревность. Девица, опять же, например, так она сидит, допустим, та же самая Васильева, да, вот, знаете, из оборон сервиса, например, да, ее никуда не пускают, например, да, называется, вот, она находится под домашним арестом, например, да, а если бы были бы балы, например, да, то Васильева одела модные прикиды, например, платье какое-то, например, да, называется, пошла бы на бал,
с кем она может познакомиться, Васильева, например, да? У нее вроде денег ей навалом, ей, в принципе, с чиновниками неинтересно знакомиться, например. А если бы на бал пришли бы, например, моднейшие скинхеды или футбольные хулиганы, конечно, ей было бы дико в кайф с этими людьми познакомиться, потому что они могут ей реально ее отпороть. Там Чубайс ей не может отпороть, потому что Чубайс ей неинтересно. А, соответственно, так как эти молодые парни, они патриоты, например, так называется, то они скажут: слушай, так, Васильева, ты берешь деньги уже и так дофигал уже, например, да? Нужно сделать так-то, так-то, например, такую-то тему продвинуть, которая будет на пользу русского народа. И уже Васильева уже идет к Путину, а у них там какие-то свои дела. Почему я не сажать? Владимир Владимирович, там, скинхеды поручили мне вот продвинуть такую-то тему, например. И, соответственно, тема сразу продвигается, например, да? Вот, дальше. Соответственно, вот здесь у нас эта виртуальная карта Новосибирска, например, давайте ее сейчас продержу. Так, вот, какие грядут это изменения в Новосибирске, например, да, называется? Вот, допустим, вы все знаете, памятник Ленину находится, как, да, называется? Здесь собираются коммунисты и прогоняют билеты о порожнике, например. Это зачем Филиппович увеличил ШКХ на 2 копейки, например, допустим, да? Соответственно, память Ленину сносится, всем скинхедам раздаются кувалды, и они вокруг всего Новосибирска громадные кувалды ходят, и все памятники Ленина просто все сносят, как символ большевизма, вот этого, всего вот этого ада, например, да? Но в то же время мы поставим на площади труда памятник Стаханову, например. Так, вот вы видите, у нас площадь труда, например, вот я памятник Стаханову, он будет с громадным циклопическим этим отбойным молотком стоять, например, что-то. И там коммунисты, пожалуйста, могут целыми днями собираться, про ЖКХ, про 2 копейки говорить, ну, все свои телеги угарные прогонять. Вот. Далее. Вот у нас есть вокзал. Вот видите, да, вот на вокзале все были, наверное, да, как называется. Здесь мы снесем эти дома, эти дурацкие, например, там называется, и построим моднейшую Эйфелеву башню, ну, которая будет в 2 раза больше французской башни, например, да, называется. Вот, и, соответственно, каждый человек, допустим, может там моднейшую тусоваться, а туристы, которые будут приезжать в Новосибирск, например, вот, они могут сюда арендовать прикид, допустим, это фюрера, например, и сделать моднейшую. Заканчиваем. Сейчас я начну. Давай. Почему мы делаем Эйфелеву башню именно вот в Новосибирске, например, да? Вот. Допустим, может ли какой-то житель Хорватии поехать во Францию? Не может. Потому что если, допустим, даже футбольные хулиганы, они скажут, допустим, мы поедем во Францию делать. Их сразу могут остальные их друзья хорваты обвинить, а вы что, гомосеки, что ли, например, допустим, потому что там однополые бракеры. А может, мы поедем в Новосибирск, и там снимется был Эйфелева башня, скажут, ну да, это нормально, эти башни. Поэтому у нас будет, так как, естественно, гей-парады и все прочие дела будут запрещены, гомосеки, там, в том числе в Новосибирске, то мы ожидаем громадное количество туристов. Понятно. Спасибо. Спасибо, это Сергей. Программа это или не программа, судить только рано. Сейчас я хочу пригласить Алексея Крестьянова.